это остров, на котором я родился. Здесь было все. Песчаные пляжи, бурные водопады, рампы с кольцами в свободном доступе. Я никогда не торопился на школьный автобус, ведь я могу пересечь весь город меньше, чем за 2 секунды. Да и школы у нас не было. Вот-вот не остров, а мечта. Я родился с супер-экстра-ординарной силой, которую мне велели держать в тайне. Но, как любой ребенок, я делал все наоборот. Это бабушка Длинный Коготь. Она обо мне заботилась. Ну, типа Оби-Ван Кеноби, только с клювом и охотится на мышей. Ох, Соник, тебя мог кто-нибудь заметить? Никто меня не видел. Я очень быстрый. И я принес тебе подарок. На пол! Когда обладаешь великой силой, жди в гости плохишей, желающих ее заполучить. И я привел их к нам домой. Слушай внимательно, Соник. Силы, равной твоей, нет ни у кого. Всегда найдется желающий захватить тебя и подчинить своей воле. Единственный способ уцелеть — это спрятаться. На дальнем краю Вселенной есть мир, где ты будешь в безопасности. Я не хочу туда без тебя. Ты должен. Эти кольца — твои незаменимые помощники. Если тебя обнаружат, используй их. Беги и никогда не останавливайся. Беги же! Длинный коготь! Прощай, Соник.